Всем привет, дорогие друзья! И вот он, я снова в этой игре. Я становлюсь участником тех самых танцев в диско-клубе, в диско-зале. У-ху! Мы начинаем с вами тусовочку. Все потому, что это обзор игры танцевальной с участием аниме, с участием вашей вот этой вот фигурки такой вот, которая будет повторять движение за вами. Устраиваем дискотеку в конце любой игровой программы или просто при свободном посещении, так как вы заходите в эту зону, даже мимо проходя через эту зону, вас считывает камера и включается персонаж. Вольно-невольно, если это виртуальный клуб, то включается персонаж и на взрослых, и на детей, и что они попробуют? Попробуют подвигаться. Это вам, конечно, не семечки щелк, потому что немножко потанцевав, вы начинаете уже понимать, что у кого-то старость. Двигаемся в ритм, делаем руками махи, отлично повторяет, посмотрите, вот так, двигается, он считывает меня полностью. Ну и, конечно, как в любой танцевальной игре, у нас есть редактор, где мы нажимаем кнопочку F1, у нас появляется импорт музыки, мы выбираем файл, и этот файл загружаем на ваш компьютер для того, чтобы можно было именно под этот трек станцевать. Загрузили, отжали, сохранили, пляшем. Задавайте вопросы, пишите ваши комментарии. Увидимся.